В этом королевском лесу можно, пожалуй, заблудиться. Каждое дерево здесь в 3-4 метра высотой. Листья сочные, огромные. Подсчитали колхозные специалисты. По 500 центнеров зеленой массы с гектара можно взять. Королева полей дала такие початки, что решили попробовать оставить с полгектара на семена. Собственные семена кукурузы в Калининградской области. Вырастили такую кукурузу звеневой колхоза «Победа» Славского производственного управления Михаил Карамышев и механизатор Алексей Пеняев. 3500 тонн кормов для скота уже заложил колхоз, а уборка еще продолжается. Девять лет выращивают кукурузу Михаил Карамышев. В этом году его кукурузные плантации раскинулись на 83 гектарах, а урожай, сами видите, какой урожай.